На 200 килограммах уже получше, уже меньше боковых ветвей лежит. И преимущественно все бобы, они сформированы на центральном стебле. Но все равно это проявление, оно как бы есть. Возможно, если сформировать рядок, то есть загустить, если, к примеру, сеять через сошник 25, эта картина, может быть, не будет такой, потому что вот есть здесь более густые островки, где все держится.